О снедальнобойщиках позаботятся в Казахстане. Об этом сообщает газета «Экспресс-К». Владельцы автозаправок решили объединиться и установить так называемую «сонную капсулу». Мотели на одну ночь появятся во всех АЗС вдоль транзитных магистралей. Здесь водители смогут полноценно отдохнуть. Цена за комнату отдыха будет по карману каждому водителю. Таким простым способом решили бороться с авариями на дорогах. Именно из-за нехватки сна чаще всего и случается ДТП с участием дальнобойщиков. Воспользоваться сонными капсулами водители смогут уже в октябре.